Желает успеха тебе, Макс Вехов. Покупай на Lix. Избавляйся от ненужного. Можно, конечно, выкидывать, но можно и продавать. Вот. Как я вот. Продал. И сейчас мы это дело вот 30 гривен даем. Вот такая штучка. Адаптер под microSD. Сейчас мы будем... паковать, извращаться, так сказать, в упаковке, блин, а хули еще делать, так вот, опа, делать же нечего в нашей стране, так, заниматься всякой хуйней, блядь. Происходит всякая хуйня. О! Как раз вот так нормально будет. О! Сейчас надо делать. Скотчем, заматываем вот так вот. Хуйню вот так вот. Раз. Как говорится, на выдумку я, да, такой могу. Никто не догадается, что тут, да? Подумают чай. Ну вот, блядь, да ебаный, что за блядь день такой, сука, еб твою девицу, блядь. Все срок валится, блядь. О, моя любимая тема. Evil Cats. Я ее придумал. И сочинил. Так. Вот, снял видео там. Снял двух котов. Прикольно. О, ну вот, все. Он даже не болтается. Ну вот. С минимальными расходами. От мусора избавляюсь. Скажем так. Денется. Помню, в такой коробке, по-моему, одну копейку. А одну копейку 53 года написал. Так все, блядь, никуда так, только не денется. Раз. Скотч, кстати, это вот этот, который я покупал последний, галимый. Ну, там надо смотреть, смотреть, чтобы он не съезжал сюда и сюда. Ну, как видите, все нормально. Я уже его давно купил. Покупал за 14 гривен или 13. Вот, все в порядке. Все. Посылка запакована. Ничего не болтается. Вчера никто тут даже не скажет, что тут адаптер какой-то. Можно футбол. Футбол можно играть. А даже сесть на нее можно, ничего с ней не будет. Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Покупаю у меня на Лексе книги, аудиодиски, DVD-диски, вот адаптеры всякие. Что там еще есть? Что-то еще есть, короче. А, воду покупай себе, доставка воды по Харькову только. В 19-литровых бутылях. Заказывай. Ссылка в самом низу, в описании. Ссылка на наш сайт, заходи, переходи. Все. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Пока-пока.